Приветствую всех, сборка 6938, игровой системный блок в корпусе GMNG. Это корпуса Oklik, он же по сути CityLink заказчик. И здесь RGB подсветка, сбоку закаленное стекло. Обычный, стандартный формат ATX. Ну, скажем так, корпус как у всех. Ну, единственное, вот такой вот симпатичный, где подсветка еще регулируется. Ну и главное, что не пластик сбоку, а именно закаленка. Типичная конфигурация, с той лишь разницей, что здесь материнская плата не самая простая. Gigabyte B660M Gaming XAX с двухдиапазонным Wi-Fi приемником и со встроенным Bluetooth адаптером. 10 фаз питания, эта материнская плата может переварить такие процессоры, как i7-12700, 13700, только без приставки Key. Это примерно до 130, максимум 140 Вт. Два радиатора на ключах, есть радиатор на M2 разъеме, который прикрывает сейчас SSD накопитель на 512 гигабайт Patriot P300 с интерфейсом NVMe. Ну и есть еще один под видеокартой, куда можно поставить второй такой же. 4 слота оперативки, работает у нас два модуля по 8 на частоте 3200 МГц. Память DDR4 на 3200, это Adata Premier, работает двухканале, двухранговая память. Ну а максимальный объем на эту плату это 128 гигабайт, ну, достигается путем установки 4 модулей по 32 гига. Процессор Intel Core i5-12400F, 6 ядер, 12 потоков, базовая частота 2.5 до 4.4 Гц в Turbo Boost. Шустрый, быстрый процессор, особо греться не умеет. И здесь стоит ID Cooling 802 на двух тепловых трубках с теплопакетом 100 Вт. А процессор больше 70 Вт не потребляет, поэтому всегда будет работать тихо. Ну и для игрушек у нас стоит видеокарта GeForce RTX 3060 Ti. 256-битные видеокарты, 3060 Ti, 3070, 3070 Ti, и все они примерно одинаковые по производительности. Ну, единственное, что у 3060 Ti все хотят узнать, а какая же оперативная память на борту. Таких видеокарт у нас было две, и, скорее всего, здесь будет память также Samsung, как и на предыдущей, точно такой же. Сейчас мы посмотрим. Графический процессор и память Samsung. Вот кто боялся Hynix, пожалуйста, обычная стандартная самсунговская память. Хотя, если честно, сколько мы этих Hynix'ов на 360 Ti продали, хоть бы одна видеокарта пришла по гарантии. Тьфу-тьфу, не сглазить, но я думаю, что это больше наговоры были. Но, опять же, в данном случае Samsung Zotac. Кто такой Zotac? Zotac это, по сути, сапфир, только на GeForce'ах. Есть такая контора PC-партнер, которая владеет конторами Sapphire, Zotac и Ina3D и выпускает видеокарты. Вот Zotac это GeForce, а Sapphire это Radeon. Но Ina3D, по-моему, тоже GeForce. Не помню, есть ли Radeon. Обычная, стандартная, с металлическим бэкплейтом, двумя вентиляторами, довольно-таки серьезная система охлаждения. И в целом карточка тихая, быстрая. Тест 3D Mark у нас прошел, и ровно столько, сколько нужно, тест у нас набрал 11255 попугайчиков. А 3060 будет отличаться примерно на 15-20% производительности, а вот дальше 3070, 3070 Ti не так сильно будут и отличаться. Блок питания на 700 Вт фирмы Deepcool, 750 Вт блок с сертификатом 80 плюс стандарт. И в результате получился такой вот симпатичный системник за 68 тысяч рублей.